Ассаламу алейкум, друзья. Приветствую вас на канале. Сегодня вышел тоже на коп. Даже 15 минут не будет, вот минут 5-6, наверное. Он от того здания, я вот вдоль лесочка пошел. Вот тут у меня дорога. И первый сигнал у меня был здесь. Вот здесь вот. Ямочки. И вот оно. Монетка какая-то, она уже вся убитая. Сейчас попробую показать. Что это такое. Так. Она явно вся стерлась. Ничего тут не определить. Сигнал есть. Надо почистить и посмотреть. Сейчас не могу ничего сказать за нее. Окей, будем смотреть дальше. Так, вот ямка первая, то что я только что находил штучку. Не знаю, что это такое, может монетка, может не знаю, если точно. Не определил. И вот 2 метра. Опять у меня сигнал устойчивый. Сейчас буду рыть, смотреть, что у нас здесь есть. Сейчас будем смотреть. Так, что тут? Ага. Мусор. Мусор. И тут облом ужасный. Так, друзья, у меня снова сигнал. Чуть-чуть раньше. Вот здесь, у дерева был у меня сигнал. Я вот прошелся. Вот этой ямки у меня. Вот такая вот штучка. Не скажу, что такое, потому что не знаю. Но уже земля с ней делала то, что надо. А то есть убитая тоже. Монетка такая. Даже ничего не осталось на ней. Все земля проела. Все проедено земле. Видите? Надо будет почистить, может, что-нибудь видно будет. Так, ничего не видно.
Радует что? Радует то, что на этой земле что-то есть. Я вот на это поле тоже вышел под лозунгом: если хозяин придет, уйду, а так буду смотреть. Вот. Как говорил один из подписчиков моих, главное, что монета есть. Старый дед, по-моему, у него ник на ютубе. Кладовщик, что-то забыла я. Он постоянно, вот, когда я монеты нахожу, он мне комментарии оставляет, когда я на коп выхожу. Вот, такой сюрприз. Ну, земля раз проела, значит, здесь что-то есть. Что-то есть. Будем искать дальше. До следующего. Да, друзья. Я нашел что-то вот такое, показываю, не знаю что, монета, и очень старая, я вам скажу, очень старая монета. Была, по крайней мере, но ничего от нее не осталось. Так. Будем продолжать поиски. Хоть чуть бы что-нибудь, да если бы осталось бы, но не было бы интересно. А так просто мусор. Продолжаем поиски. Значит, тут тоже что-то есть. Колпачок от велосипеда. Ерунда. Все. Thank you.
Нет, кефир или пробка. Гипсоль. Саву. Так, саву, Ира. Тифер. Тифрик. Тифрик. Тифрис. Тифрис. Друзья, все на этом же поле, где час тому назад начинал. И вот я нашел то ли пуговица, сверху очень гладкая, скорее всего пуговица какая-то металлическая. Вот такая штучка. Металлическая. Окей, до следующего. Так. Утварь для кухни. Вилочка вот. Золотая. Никакого узора, ничего тут нет. Просто вилка. Ну, думаю, тоже старая. Может, кто даст оценку, кто знает. Потерял трезубец этот. Так, продолжаем. Так, у меня был сигнал опять, и вот что я обнаружил. По-моему, это для ружья пуля. Не знаю, почему заострено здесь. Чтобы входило, наверное, нормально в тело. Вот так.
такая ерунда. На вес чуть-чуть так тяжело. Вот такие дела. Еще продолжаем. Так, опять сигнал. Здесь у меня остатки чего? Вилку я сломал. Сейчас попробую очистить вот эту штучку. Тоже сыпется, уже сыпется. Колеса. Или нет? Железки всякие не нужны. Что, продолжаем? Так, снова. Только что сказал, монет нету. Ай, не прав был. Вот я нашел что-то. Что-то. Вот видишь. Требонита. Я думаю, так, Франция. Сейчас посмотрим. 10 сантимов. Империя. Франс. Это Римская империя. 1855 год. Наполеон III. Гардоголк. Хит багарделекса. Яц монетел. Да. 1855 год. И состояние. Вот личное состояние. Продолжаем. И главное, если сейчас уеду, я не смогу сюда приехать, потому что не знаю дороги. Как я сюда добрался, даже не знаю. Ну, будем продолжать искать дальше. Так. Снова у меня находка. Застежка, по-моему. Насчет вот этого поля, я думаю, здесь солдаты были или. Потому что вилку нашел, вот эту дробь от оружия нашел, монеты. Вот эту ерунду, застежка от ремня или часов, не знаю.
на этом поле звенит как никогда. Будем смотреть. Так, новая находка у меня. Это не патроны, не гильза. Буква Ж. Григорий. Похоже на гильзу, но не гильза. Хотя не знаю. Может, кто истории знает, подскажет, что такое это было. Хотя вот, ну, если пистона не было, кто взрывать будет? Короче, не знаю. Сибаса. Продолжаем. Так, снова я немножко устал, я так прошелся по всему полю на этот конец, и у меня тут сигнал. Первый кавалерийский наполеоновский дивизион. Что-то там еще написано. Вот такие дела. Окей. Посмотрим дальше. Так, у меня еще находочка здесь. Не знаю, что это было. Написано 1928. Вот, может, какой браслет был, не знаю, может, нашивка была солдатская, тоже не знаю. Вот такая ерунда. Что, продолжаем? Устал вообще-то я. Фух. Давай до следующего. Какие-то узоры. Не знаю, возможно, какая-то пробка это. Хотя это пробка, да. Сейчас трогать не буду, а то сломаю, как вилку сломал. Будем смотреть, что такое. Окей. Продолжаем. Так, а тут наткнулись мы. Даже и копать не надо. Тут у нас убитая монета уже. Время я ее убил. Как и остальные три, которые я нашел. Хотя здесь что-то изображение какое-то осталось, но смонтовано. Как говорится, шалаха. Продолжаем. Даже не зажигает.
Да, но это поле, я думаю, надо прийти снова. И с более лучшей катушкой, чтобы глубину ловило. Так, открывать я сейчас не буду. Пока не буду открывать, домой пойду, там открою. Что тут написано здесь? Сегодня, я вам скажу, день уже удачный. Да. Сегодня я доволен. Друзья, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, советуйте, что как надо делать мне, потому что я, как вам говорил, новичок, но на этом поле марсовом, поле само небольшое, я скажу, поле небольшое само, вот там конец. До зеленки и все. Я сейчас уже устал, и вот где рядок такой без сорняка, где можно детектором пройтись, вот через эти рядки хожу я, и главное, натыкаюсь прямо на вещи. Так, друзья, показываю то, что сегодня я нашел. Вот это. Не знаю, что это красиво. Вот это тоже какие-то крышки. Тоже без понятия. Выкидываем. Хотел согнуть ее, подровнять и каюк. Так. Еще две монетки, по-моему, у меня здесь есть. Сейчас покажу. Все находки я взял, шелуху буду убирать. Вот это ерунда. Тут какие-то цифры, тоже, по-моему, солдатское что-то. Поэтому взял. Вот это бывшие монеты, уже убитые. Но на это поле я думаю вернусь еще, только с нормальным детектором.
нормальная катушка. На этом все. Поеду я домой. Батарея дохнет. И вот что у меня. Счастливо.